студент, который чаще бывает в этом корпусе, в каких условиях они учились до сих пор и в каких сейчас учатся. Те, которые приходят в какое-то время, тоже там участвуют, и, может быть, даже белой завистью завидуют этим двум факультетам. Ну, а мы, когда вот строили корпус, ну, благо строили уже достаточно долго, 15 лет, как шутки. В городе Ярославле при помощи вашего университета было как можно больше. Поэтому, дорогие друзья, я всех благодарю, кто принял участие в реализации этого мероприятия. Всех до единого, каждый, вот без этих кирпичиков стена бы, наверное, не сложилась. Вот. Но еще раз хочу вас всех поздравить с вашим профессиональным праздником. Дорогие педагоги, каждый раз говорю, мы доверяем вам самое лучшее, что у нас есть, наших детей. И вы нас не подводите. Спасибо вам за ваш труд. Праздник! Через сколько рук прошло, нужно было вклеить еще вкладыш. Вот и все это дело на здесь, и разбирать, и чтобы первого числа, когда день пришли в голову, вот, чтобы эта книга попала и вместе. Сейчас мы еще немного. Вот, и всем спасибо. Ну и еще хочу сказать, с праздником вас. Очень важно.